Мы с вами провязали донышко нашей шапочки. Сейчас мы приступим к основному полотну. Наше основное полотно будет состоять из вот таких вот элементов. 8 веерочков из 8 столбиков с одним накидом и 8 вогнутых столбиков через арочку. Давайте с вами выполним. Вот где у нас было 4, нам нужно сейчас уже сделать 8. Значит, нам нужно перейти сюда. Мы с вами делаем соединительную петельку. Делаем 3 воздушные петли подъема. Они равны у нас одному столбику. И сюда же мы добавляем 7, провязываем 7 столбиков с одним накидом, чтобы у нас вместе получилось 8. То есть у нас должен получиться наш веерочек из 8 столбиков с одним накидом. 2, 4, 5, 6, 7 и 8. Хочу обратить ваше внимание. У нас вот здесь между этими осталось 6 столбиков вогнутых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По схеме нарисовано, что 2, но я попробовала, очень некрасиво получается, поэтому мы разделим пополам. То есть мы пропускаем 1, 2, 3, и в четвертый вот 3 пропускаем, и вот сюда мы с вами делаем 2 столбика без накида, и то есть мы прикрепляем наше вязание и снова переходим к нашему, к нашей арочке над 8, вот, и делаем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова прикрепляем наше вязание, отсчитав 3 вогнутых столбика. 1, 2, 3. Делаем 2 столбика без накида. Вот мы подошли между 4 столбиками. У нас вот арочку, которая у нас была между 4, мы делаем снова 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. То есть наши веерочки должны уже состоять все из 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова 3 пропускаем столбика вогнутых. 1, 2, 3. И в серединку между ними мы провязываем 2 соединительных столбика без накида. И снова 3 пропускаем и снова делаем 3 вогнутых. Так мы провязываем 8 обычных столбиков с накидом. То есть каждую арочку из одной воздушной петли мы сейчас делаем по 8 столбиков с одним накидом. Так мы провязываем до конца ряда.